если лето калининградцев не балуют, то баловать будут представители компании «Евростройинвест». Сказано, сделано. 15 июля на площадке жилого комплекса «Новая Холмогоровка» был устроен праздник лета. Очень надеемся, что это будет какой-то традицией хорошей у нас здесь в комплексе. И мы будем это с определенной долей периодичности организовывать. В зависимости, может, от времени года, что-то придумывать такое. Считаем, что это необходимо даже не с точки зрения какого-то маркетингового хода, а с точки зрения того, что все-таки люди знакомятся. Здесь вот если посмотреть вокруг, мне кажется, детей больше, чем взрослых. Вот, и это праздник, и они запомнят это надолго, и, по крайней мере, уровень общения другой. Вот сейчас, если вы посмотрите, здесь есть и люди, которые занимаются гончарным ремеслом, которые занимаются лозоплетением здесь. Это все вот на территории нашего комплекса. Идея компании «Евростройинвест» себя показать и на других посмотреть жильцами комплекса была воспринята на ура. Среди них и Владимир Вервай. Он живет на улице Счастливой и, как признается, действительно счастлив. И от того, что воздух свежий, и соседи доброжелательные, и среда комфортная. Все это позволяет творить. Здесь хорошая атмосфера. Много молодежи, детей, люди все подвижные, общительные. Это дает такой стимул для работы. Но не только ремесленники живут в Новой Холмогоровке. К слову, квартиры здесь разлетаются, как горячие пирожки. И в этом нет ничего удивительного, ведь цена за квадратный метр не может не радовать. Мы позиционируем себя все-таки как квартал эконом-класса жилья. Вот. Ну и так как мы все-таки инфраструктуру создали здесь заново, то есть здесь и своя водоподготовка, свой водозабор, то есть система электроснабжения, то есть здесь все создано с нуля. И поэтому мы не садимся на какие-то старые сети, у нас все работает, все свежее, все новое. Эксперты строительного рынка соглашаются с представителями компании «Евростройинвест». Они отмечают, что стремление жить на земле своей, растить здоровых детей и быть ближе к природе становится мировым трендом. Согласно проекту, благодаря жилому комплексу «Новая Холмогоровка» появится 24 малоэтажных дома. Помимо совершенно бесплатной детской анимации, катания на лошадях, аквагрима, шашлыков с полужару, жители Новой Холмогоровки получили возможность друг с другом познакомиться. А как известно, погода в доме зависит от добрососедского общения. Поскольку микрорайон новый, все жители друг друга узнают и знакомятся с соседями, что немаловажно. Во-вторых, детям развлечения, и если это будет традиционно каждый год, это будет, то есть люди уже будут знать, будут готовиться. Но вообще, на самом деле, это очень важно для такого вот, поскольку люди только приехали, никто никого еще не знает, да, то есть, я смотрю, он мой сосед, то есть и дети знакомятся, и как бы таким образом команда дружная, говорится, сплотилась уже. Дети играют в игры. Миньоны бегают. Нормально. Лето как-то надо, мне кажется, проводить. И очень интересно, то есть ярмарка, батуты, это все-таки какое-то развлечение несет. То есть мне очень понравилось. Так как лучше, мне кажется, тут гулять, дышать свежим воздухом, развлекаться, чем просто сидеть дома в интернете. И скучать жителям данного микрорайона, особенно сидеть в интернете, представители компании «Евростройинвест» не дадут. Помимо того, что такие праздники должны стать доброй традицией, так еще в будущем планируется открытие торгового комплекса и других необходимых для комфортной жизни предприятий, оказывающих услуги населению. И еще один несомненный плюс – вода из-под крана. Ее можно пить, не опасаясь за свое здоровье, ведь она очищается не хлоркой, а ультрафиолетом.